Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу. «Сейчас». я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною. Журналіст Матвій Ганапольський, Матвій Юрійович. рада вас привітати. Здравствуйте. Я наших глядачів традиційно закликаю до активності. Ми, як завжди, чекаємо на ваші вподобайки, тематичні коментарі, питання, поширення цього відео. Так само не забудьте підписатися на авторський канал Матвія Ганапольського, де завжди важлива і цікава інформація. І так само підтримайте підписку нашої youtube платформи. Матвей Юрьевич, вчера в своем прямом эфире «Гонопольская правда» вот 1 октября вы анализировали практически в режиме онлайн то, что происходило в Израиле, массированная атака, которую нанес Иран по Израилю. Сейчас Израиль грозится ответом. Есть реакция международного сообщества, но Эрдоган, вот в частности, высказался, что после Ливана, а там Израиль начал наземную операцию и газы, израиль может атаковать турцию скажите пожалуйста насколько градус обострения сейчас вот этот ближневосточный возрос по вашим ощущениям uh, ну во- первых я не знал эту чарующую новость по поводу того что израиль может атаковать турцию я Совершенно не понимаю, почему Эрдоган это сказал. Никаких предпосылок для атаки Грузии, э, про, простите, это у меня просто здесь новость по поводу Грузии, очень интересная, потом спросите, я вам скажу, э, по атаке Турции просто не существует. Турция не участвует в конфликте, Эрдоган придерживается такой, как не парадоксально для... Так сказать, мусульманского государства центристской позиции. Он ни за, не против, он очень мягко поддерживает мусульманские страны, но он такой светский. Это во-первых. А Во-вторых, он не помогает ни оружием, ничем. Ну, я даже не знаю, вот знаете, вот по этому поводу я ничего не могу сказать. Что-то ему стрельнуло в голову, что-то ударило. И он говорит такие вещи. Что же касательно израильской истории, честно говоря, я бы не назвал это обострением. Я объясню почему. Представьте себе, там, не знаю, средние века или, например, давайте каменный век да, вот два, mm -hmm. два каких-то там неандертальца бьют друг другу по башке дубинами деревянными. Так, вот это вот такая отчаянная война. Теперь неандертальцы, так сказать, превратились в людей, вернее, это другая ветвь, и теперь у них есть самое разное оружие, понимаете? Поэтому, по сути, никакой эскалации нет. Есть новыми средствами, например, ракетами с, со стороны Ирана и, соответственно, железного купола или там война в Ливане, то, что делает сейчас Израиль, выяснить отношения. Здесь важно другое. Вот вы, может быть, обратили внимание, <как> во вчерашнем стриме моем я обратил внимание действительно на важную новость – Собственно, две важные новости, не сама вот эта драка, которая между ними была, а вокруг. Первая интересная новость, что выступило руководство Иордании, государство, которое граничит с Израилем, и с которым у Израиля прекрасные отношения. Если вы стоите, приехали на, на Мертвое море, и вы смотрите на противоположный берег, там Иордания. Иордания вдруг заявила, что 50, по-моему, 54 или 56 государств Мусульманского мира готовы предоставить Израилю гарантии безопасности. Mm -hmm. Понимаете? Это очень интересное заявление. Там подробностей нет. Что это за гарантия безопасности и так далее. Но понятно, что это вектор, направленный на то, чтобы снизить градус. Понимаете? Это вот это вот то, что практически происходит в Украине и в Соединенных Штатах Америки. Да? То есть вот Зеленский требует, Украина требует, чтобы у нас были какие-то гарантии безопасности. Надо немного подождать и посмотреть потом, что они имеют в виду. Это первая история. А вторая история. Э, вчера, конечно, Натаньяху и все официальные лица сказали, что месть будет страшна, будет страшный удар и так далее, и так далее. И он уже будет этой ночью, но, как видим, ночью ничего не произошло. И я это предвидел в своем стриме. Потому что после удара, знаете, это как под ковром, под ковром бульдоги. Я сразу предположил, и так обычно бывает в этих случаях, что тут же началась колоссальная работа по усмирению воюющих сторон против эскалации. То есть я себе представляю, как Буш звонил... Э -э -э, Байден. Байден. Да, Байден звонил Натаньяху, просил его остановиться. Определенные государства, может быть даже Турция, звонила в Иран по требованию того же Байдена. В общем, короче говоря, это была непростая история, и она увенчалась успехом, понимаете? То есть ночного удара не было. Да, сегодня утром всякие сообщения по поводу того, что ракеты нацелены иранские на Израиль. Иран заявил, что месть, пусть только попробуют по нам ударить, а Израиль сказал если вы только по нам ударите, вы, мы ударим по вашим ядерным объектам. В общем, короче говоря, все там такие крутые. Но реально удара не было. И вот это я считаю важной очень историей, простите за тавтологию, в этой истории. То есть у мира есть все-таки тормоза, которыми они пользуются, давя на воюющие страны, чтобы их ну, немного остудить их действительно справедливый эмоциональный пыл. Но есть только одна страна, с которой это не получается, это Российская Федерация. Ну, вот там вот Китай, Бразилия и прочее делают какой-то мирный план, к ним там присоединяются какие-то всякие разные страны, но они что-то должны положить на стол. Пока на столе пусто, есть только разговоры. Вот такая история и я очень надеюсь, я просто надеюсь, что Израиль э, найдет другие механизмы, чтобы э, не начать большую войну. Он может ее просто не выдержать. Это я говорю как человек, который живет в Украине, и который понимает, что такое большая война. Я очень надеюсь, что большой войны на Ближнем Востоке не будет. И вот почему чтобы не было эффекта российско-украинской войны. Да, Израиль мощное, невероятное государство с потрясающей армией, но ну вот исламский мир, понимаете, он может объединиться под эту сурдинку, вот обидели наших и там представим себе, может быть, армия как в России, там армия может быть и миллион человек и два миллиона человек подтягиваться начнут. А в Израиле? Но то есть, Эрдоган не просто так делает эти заявления. Э, нет, нет, нет. Я вот еще раз давайте Эрдогана оставим за кулисами, потому что я не понимаю, чего он вдруг это сказал. Я о другом обратите внимание. Значит, Иран хотя это не арабский мир, это ну, несколько другое, да, Иран, язык другой, фарси, он может собрать под священными знаменами уничтожить Израиль вот армию миллион или даже два миллиона человек. Так, такие, знаете, антикрестовый поход. А вот в Израиле количество населения, и количество армии, конечно, как и в Украине, понимаете? значит, да, у, у, Ира, у Израиля существуют всякие договоры с Соединенными Штатами и так далее, но они не члены НАТО, понимаете? У них их договор с Соединенными Штатами Америки предусматривает там поставку оружия, причем определенного объема, я бы так сказал. То есть, если говорить правду, Большая война Израилю невыгодна. Она, она просто Израиль просто не выдержит эту войну. Понимаете? Ну, вот представьте: вот как русские лезут и лезут, лезут и лезут, лезут, бесконечно, лезут, потому что просто их много. Да, у них плохое оружие. Но плохое оружие тоже убивает людей. Понимаете? Поэтому. Конечно, до мира, э, даже до какого-то длительного перемирия между Израилем и, ну, скажем так, арабским миром каким-то, да, условным, довольно далеко. Но э, вот эта инициатива Иордании и некоторых других государств, как они сказали, 56 государств, возможно, э, ну, это будет вот... Э, то, что мы хотим от Соединенных Штатов и от Европы гарантии безопасности Израиля понимаете потому что мы так <coughs> смотрим на Израиль во, какие пацаны и так далее там реально люди гибнут понимаете а у израильтян как и у украинцев нет другой земли это их земля исторически что бы там кто ни говорил поэтому вот в данном случае худой мир лучше победоносной войны, потому что длительная война не будет победоносной ни для одной из сторон, ни для Израиля, ни для арабского мира. Естественно, большая война отнимет ресурсы, которые должны будут поступать Украине, отнимет внимание, потому что она будет на центральных полосах, и сколько бы Зеленский потом не ездил все равно Израиль будет на первом месте, деньги будут уходить на Израиль, в Соединенных Штатах еврейское лобби огромное. Ну, в общем, короче говоря, надо это дело немножко пригасить. Матвей Юрьевич, я вот еще обратила внимание на какие новости дня вчерашнего, когда была эта массированная атака, кстати, вы об этом тоже говорили в своем стриме, было видно, что вот этот израильский железный купол не справляется полностью да, с тем, чтобы полностью сбить эти ракеты. Американские эсминцы, также британские силы были задействованы для того, чтобы перехватывать и сбивать эти иранские ракеты. В то же время, вчера вот буквально в ленте новостей Госдеп опять говорит о том, что для того, чтобы Украина имела право бить западным оружием в, по легитимным целям вглубь России, они будут все сверять, просчитывать, просматривать, мол, свое оружие используйте, а вот относительно западного будем думать. Но что еще интересно, ведь российские дроны и не только дроны, а ракеты, они пересекают воздушное пространство стран НАТО, их не сбивают. Вот почему мы видим такие две параллельные реальности поведения союзников Украины? Мы не знаем всей информации. Вот эти дроны прилетают, залетают. Они залетают по ошибке или они залетают с провокационной целью? Мы с вами это не знаем. Это знают только лидеры тех стран, куда они залетают. Знаете, у меня есть такая, ну, так сказать, я считаю, что кроме обычных людей, если они совершают там какой-то, их подозревают в каком-то преступлении или что-то подобное, есть презумпция невиновности. То есть докажите, что они виновны. Точно так же у меня есть презумпция невиновности в отношении лидеров других стран они поумнее нас будут, ну, кроме Путина, естественно, который тоже умен, если поставил на колени свою страну и теперь перемалывает своих же. Мы с вами не знаем, э, ну, подозреваем, что во многом эти провокации э, связаны с тем, что... Путин увяз в войне в Украине, и ему нужна какая-то следующая ступенька. А поскольку следующая ступенька это ядерное оружие, которое он боится, но ну, он знает, что будет после этого, то хорошо бы втянуть НАТО, Запад в эту войну. Понимаете? Поэтому там они сбивают, Путин что-то говорит, потом выступает по телевизору, и что-то кто-то куда-то вторгается. Мы с вами люди эмоциональные, и кроме того, мы, понимаете, мы не, например, если брать украинцев, мы не руководители налетов российской авиации, мы жертвы этих налетов. Поэтому мы эмоциональны. Политика – это дело холодного расчета. Поэтому раз НАТО ничего не делает по этому поводу, а я напомню, что например, Польша, она не может сбивать э, российские там беспилотники или ракеты без согласия НАТО, потому что она член НАТО. Понимаете? Но все консенсусом принимаются там решения. Совершенно верно. Э, ракета, э, русские там ракеты, русские беспилотники, вот они так залетят и вылетают, иногда падают, не принося никакого ущерба. Вот Понимаете, да? И э, мир сейчас очень хрупок, и э, по всей видимости э, четко просчитывается то, что главная цель этих прилетов и залетов ⁇ это сорвать американские выборы. Понимаете? Mm -hmm. Ну, все же знают, что Байден не разрешает бить по российской территории далеко совсем не потому, что он там боится какого-то ядерного оружия. Да, ядерный потенциал Соединенных Штатов в три или в пять раз там превышает все, что есть у России. Дело совсем в другом, я все время об этом говорю в каждом интервью. Важно не сорвать выборы, важно не дать Трампу Новый повод для криков, вот они нас втянули в войну, вы видите, американцы, если вы не выберете меня, вы будете гибнуть. Вот, вот, что делают эти проклятые демократы. Ну и, конечно, не сделать, э, э, Гаррис, подарок, который в политике не принято делать, а именно уходящий президент втравливает свою страну в войну а потом говорит новому президенту, а теперь ты из нее выпутывайся. Понимаете? Цена вопроса страна. Поэтому самое главное для американцев, конечно, никакая не Украина, я имею в виду для политического руководства. Но тем не менее, вот они будут собираться в Рамштайне, приедут пять основных хозяев мира, если так можно сказать, западные лидеры, и чего-то они с Украиной будут решать. Потому что... Украине нужно все-таки дать какие-то гарантии безопасности, и надо посмотреть модели. То есть вся ли территория, так сказать, должна, как э, вести ли войну до конца, идти, идти ли на какой-то компромисс с Россией совершенно непонятный, чтобы часть территории, как говорит Петр Павел, президент Чехии, оставалась за Россией какое-то определенное время. Вот появились тут сведения, что может быть сделан такой хитрый символический шаг, о котором я вчера говорил. Это такая довольно хитрая вещь. Вот что может Байден? Байден может сделать абсолютно гениальную вещь. На очередном саммите НАТО просто пригласить Украину в НАТО. Понимаете, это хитрый трюк, который фактически ничего не меняет. Ну вот просто взяли, пригласили. Для Украины он значит много, для России он тоже значит много. Но, форма... Но формально-то это просто приглашение. То есть мы вас приглашаем, вы когда-то там через 200 лет вступите в НАТО. Понимаете? А этого Украина добивается. Это начало переговоров с НАТО подтягивание вооруженных сил. Это, то есть к прямой войне российско-украинской это не имеет никакого отношения. Поэтому, например, Путин не может, ну он может, конечно, все что угодно, но он не может выскочить и сказать, ага, вот это вот все, вот вы их пригласили, теперь атомная бомба на Вашингтон. Угу. По поводу чего Запад скажет... В каком смысле? Мы их просто пригласили. Понимаете, в чем дело? То есть, верю, надеюсь, что когда они соберутся в Рамштайне, а это последний, напомню, визит Байдена в Европу в качестве президента, он, конечно, хромая утка, но, но такая, знаете, большая утка, и тасать силы в лапах и в крыльях у него есть он президент. Поэтому я думаю, что вот этот синклит, который там собирается, они действительно займутся делом и придумают какую-то модель, родят какую-то модель. Я думаю, что уже их советники этим занимаются для того, чтобы независимо от того, как кто придет к власти в Соединенных Штатах Америки, а мы знаем, насколько Трамп хаотичный, может быть, все что угодно, в обязательном порядке была какая-то модель, которая дает Украине перспективу жизни. Потому что Украине, конечно, сейчас очень тяжело. Матвей Юрьевич, Рамштайн у нас 12 октября, а вот в ноябре саммит G20 в Бразилии. Вот накануне этого саммита, как по сообщениям немецких СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц может или хочет позвонить Путину. Как рассматривать вот эту новость? Ведь фактически, ну, два года практически, да, не было прямо контактов между канцлером Германии и Путиным. Давайте договоримся так. Все, что хотя бы теоретически ведет к прекращению горячей фазы войны, подчеркиваю, не войны как таковой, она будет долго, <космех> а горячей фазы, да, мы, наверное, к этому должны относиться позитивно. И я с большим удивлением от некоторых даже моих друзей слышу, чего он лезет без Украины, он лезет, что значит лезет, руководитель главной страны Европы с экономической мощью, которая не снилась ни Украине, ни России вдруг решил поучаствовать в мирном урегулировании. Ну, конечно, он не докладывал нам с вами, какие у него планы, да? Но он вдруг решил в этом деле разобраться. Это гораздо сложнее, чем гордо ходить и говорить, мы вам даем оружие, украинцы, будьте благодарны, но вот эти большие ракеты мы вам не дадим и так далее. Да? Мы чувствуем в воздухе, что война зашла в тупик, у России нет сил выполнить цели СВО, как они это называют. По свежим опросам Левады, Левада Центр в этом в прошлом месяце зафиксирован самый высокий уровень настроения российских граждан, которые отвечают на правильно заданный вопрос согласны ли вы на прекращение войны немедленно, даже если цели СВО не достигнуты. Если я не ошибаюсь, где-то 64%. В, прошлом, в позапрошлом месяце было 54%. Россияне устали от войны, никим неким затыкать дыры. Понимаете, огромная Стояться страна. Стоятся мобилизация? Нет, которую... нет, 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 нет. Про мобилизацию мы уже с вами говорили когда-то, по-моему, в прошлом эфире. Мобилизацию, мобилизацию вот так формально нельзя объявлять в России. Путин это вполне понимает. Она будет непопулярна. Это может, быть, может привести к социальным волнениям. Лучше вот так потихоньку собирать людей, покупать людей. Нужно там ну вот сейчас вот призыв 130 тысяч, 150 тысяч будут набирать. Наберут, наберут. Не деньгами, так плеткой, неважно. В Украине, мы знаем, тоже проблемы. Не хватает людей, не хватает оружия. Поэтому это же не случайно Зеленский ездит везде со своим планом мира. Мирный план Зеленского. Правда, у меня большие вопросы к этому плану, но суть не в этом. Прекращение, еще раз подчеркиваю, не окончание войны. Это сложный вопрос. А вот э, прекращение горячей фазы войны, то, что называется плохим, ужасным для украинского менталитета словом замирение. Понимаете? Потому что там есть, есть слово мир, а какой мир может быть в отношении России? Никакого мира. Понимаете? Но, тем не менее, все этим озаботились, потому что весь мир устал от этой войны. Поэтому сейчас, безусловно, мы с вами будем свидетелями все больше и больших стараний как-то как сделать вот это замерение, прекратить горячую фазу войны. Еще раз подчеркиваю, не победа там какая-то, да? а просто остановить горячую фазу войны. Как, помните, фраза Зеленского? «Главное – прекратить стрелять». Вот, значит, он сказал то, там что-то три или четыре, три или, ну, сразу, наверное, после начала этой войны. Своя президентская вот каденция. Да, главное – перестать стрелять. Только он другое имел в виду. А выяснилось, что путь к тому, чтобы перестать стрелять… Он длинный и идет через тот факт, что надо стране, которая на тебя напала, объяснить, что она не Богом сделана. И класть каждый день по тысячу человек врага. Понимаете? Поэтому, к великому сожалению, для нашего наших хотелок, чтобы украинский флаг был на этом самом, на Кремле. Мы будем свидетелями все новых и новых попыток, так сказать, придумать мирный план. Какие-то будут разговоры с Путиным, вернее, с его окружением, потому что Путин, он же, ну, как бы никакого мира и так далее, и так далее. Он как бы вот, вот все свое идет по плану. Но я думаю, в определенный период, довольно близкий, мы увидим изменения его риторики, и, и, хотя, может, не его риторики, а может быть, там изменения Лаврова, риторики и так далее. В общем, короче говоря, дело сложное. А, понимаете, Путин был уверен долгое время, что у него все в порядке, но наступление на Курск это был, конечно, смертельный удар для него. Потому что вот влезли на твою территорию, ты с этим ничего не можешь поделать. Ты, конечно, делаешь вид, что это самое. И атомную бомбу не можешь бросить, и перетянуть войска сильно не можешь. Да, у нас неудачи на Донецком направлении, ушли из Угледара. Ну как ушли из Угледара? Там осталось три камня. Ну, главное же народ сохранить понимаете сохранить людей да у нас так с этим проблема поэтому э, он конечно может говорить что все идет по плану но я думаю план у него постепенно меняется потому что так долго выдержать невозможно э, я могу знаете я не люблю там говорить вот у них вот у них но у них большие проблемы вот все в ожидании огромной инфляции Потому что выбрасываются на рынок огромное количество денег, они до 21% подняли учетную ставку. То есть простому россиянину э, купить квартиру теперь абсолютно невозможно. При зарплате в тут даже не надо переводить это в доллары просто будет понятно: при зарплате например, 70 тысяч, например, муж и жена работают по 70 тысяч, у них получается 140, 140 тысяч рублей, да? Ну и один ребенок, например. Им надо за ипотеку, если они купят квартиру, платить 180 тысяч ежемесячно. То есть они получают 140, а платить им надо 180. Понимаете, да? Вот это учетная ставка. Поэтому проблемы, некому работать и так далее. То есть те же проблемы, что в Украине сейчас. Только в России добавилось несколько внутренних войн. Во-первых, полез везде Кавказ, которые ведут себя, полезли мусульмане из соседних стран, которым Путин пообещал облегченное, мгновенное российское гражданство, если они запишутся в СВО. И еще одна совсем страшная вещь это возвращение уголовников с войны, которые возвращаются, они уже не получают 250 тысяч рублей зарплаты, а они будут теперь получать 5 тысяч рублей охранниками в пятерочке это их сеть магазинов, понимаете? Поэтому насилие на улицах, убийства, ну, в общем, короче говоря, я понимаю, что нам прежде всего нужно думать о своих бедах украинских, которых у нас навалом. Но почему я это описываю? Для того, чтобы понять, что Бог Бог вряд ли считает Российскую Федерацию вершиной своего создания, понимаете? И им тоже надо это дело учитывать. Насколько они умны, насколько они не обрушат свою страну, мы этого не знаем. У них запасы прочные, но то, что они держатся только на нефти и газе, вот я смотрел последние цифры, довольно интересные значит, экспортные, значит, Россия не экспортирует ничего и ничего не производит. То есть она производит, ну, понимаете, продукты там и так далее, то есть работают какие-то там заводы, все это понятно. Но у нее три статьи экспорта. Это «Титан», который, например, «Боинг», который покупает «Титан», для э, вот этих стоек колесных в самолетах. Он переориентировался на какой-то там другой «Титан». Да? Mm. Э, удобрение. Но э, Россия не экспортирует удобрение, она полуфабрикат экспортирует. Она даже не может его от, об, обрабатывать. Э, и третья, сейчас, дай бог памяти, третья история. А, э, прокат металлургический тоже не обработаны в виде чушек. Ну, какие-то там чушки, какие-то вот такой вот тоже, да? Ну, вот, высокотехнологичная в кавычках страна. И 70% поступлений это углеводороды, газ, нефть. Понимаете? Поэтому я не говорю сейчас, что надо там э, закрыть газ, нефть. Это невозможно. Ну, до этого не получалось, может, не получилось. Но есть другая проблема. Стр... Страна которая вот живет такой экономикой, понимаете, ну, ей сложно чего-то такое, такого особого достичь. Поэтому с Божьей помощью и с помощью наших союзников, глядишь, мы из этого дела выползем. Но действительно сейчас критическая фаза, очень серьезная. Матвей Юрьевич, в начале нашей с вами беседы вы обещали какие-то интересные новости из Грузии. А да, я вам это скажу сейчас. Я хотел, конечно, загадать вам загадку, но уже загадка не получается. Я хотел ва вас обмануть и сказать, что в России в России признали иностранными агентами следующие организации: молодежная организация Укра украинцев Грузии Светанок, Кутаистский дом молодежи, Союз христиан, Еврейский культурно-просветительский фонд и профсоюз фермеров э, и сельскохозяйственных работников Грузии. Ну, вы бы сразу догадались, что это, конечно, не Россия, что это Грузия. Короче говоря, сегодня опубликован в реестре иноагентов Грузии, вы знаете, что там принят закон о виноагентах. опубликован. Сопровождался большими протестами. Да, а, опубликован первый список. Вот эти организации. Вот понимаете, это обозначает, что Грузия ползет к России. И фактически, вот сегодня вечером мой стрим будет называться "Грузия это Россия". Понимаете, тоже вот. Абсолютная непонятка. Эм, молодежная организация украинцев Грузии Светанок. Вот давайте разберемся, ну, пару слов скажем. Вот есть там какие-то украинцы. Эти украинцы сделали свою общественную организацию. Эта организация, естественно, получает финансирование откуда-то из-за границы. Понимаете, да? Ну, логично. Грузия вроде бы на стороне Украины тем не менее, она признает эту организацию иностранным агентом. Еврейский культурно-просветительный просветительский фонд. Ну, ясно, что его финансируют какие-то американские еврейские организации. Понимаете? Ведь можно сказать, что, в принципе, это формальная вещь. Просто иностранные агенты – это те организации, те люди, которые финансируются другими странами. Но на самом деле вот это позорное слово ⁇ агент ⁇ которое пришло со сталинских и советских времен, его просто Грузия повторяет. Понимаете? И делает, уничтожает то же, что сделала успешно Российская Федерация, уничтожает общественную жизнь, самоорганизацию общественной жизни. Поэтому.. Ну, и так думалось, что там они посходили с ума. Очень расчетливо. А теперь я просто вижу по названию профсоюз фермеров и сельскохозяйственных работников в Грузии. Они иностранные агенты. Понимаете? А они-то чем не угодили. Урчхела, наверное, не знаю, там виноград, вино с вражеской целью. Понимаете? И вот еще, Кутаисский дом молодежи, ну вот. Союз христиан. <связь> вот Союз христиан за какие деньги э, может работать? Кто будет? Грузинская церковь будет платить за него? Понятно, что платят западные организации. Но мне трудно себе представить, что, например, Еврейский культурно-просветительский фонд, что платят какие-то там злобные евреи, которые хотят свергнуть правительство Грузии. В общем, короче говоря, поздравляю, Грузин, Грузия ⁇ это Россия. И здесь, ну, в данный момент, понимаете? И что там будет происходить одному грузинскому Богу известно? Вот такая печальная история. Матвей Юрьевич, благодарю вас за интересную беседу. Ну, собственно говоря, продолжение этой грузинской темы. Все ваши зрители, все наши зрители сегодня могут увидеть в свежем выпуске Ганапольской правды вечером. Двадцать три часа по киевскому и московскому времени. Если не подписаны на YouTube канал Матвея Юрьевича, можете сделать это. В описании будет ссылочка. Не пропускайте стримы, но мы также ждем ваших тематических комментариев, вопросов. Также шерьте это видео и подписывайтесь на нашу YouTube-платформу.